Общество должно знать, как уберечь себя от болезней, и медики стараются информировать людей об элементарных мерах профилактики. Ежегодно в первый день зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддверии этой даты медики готовят профилактическую кампанию, которая охватит учреждения, образования, организации, общественные места. Кампания, она проводится для того, чтобы осведомить население о том, что о проблемах ВИЧ-инфекции, о том, что ВИЧ-инфекция, проблемы с ней существуют, да, то есть регистрируются случаи у нас выявляемости людей, живущих с ВИЧ. В рамках этой кампании у нас планируется проведение массовых мероприятий. В этом году у нас, конечно, активно действуют молодежные центры здоровья. Молодежные центры, они у нас во всех, в четырех поликлиниках в ПМСП. С 1989 года в Актюбинской области выявлено 663 человека с ВИЧ-инфекцией. Сейчас в регионе с этим диагнозом проживает 550 человек. На диспансерном учете состоит 440. В этом году было выявлено 57 человек с ВИЧ. Из них большинство – это мужчины. Во время профилактических акций люди смогут не только получить полезную информацию о СПИДе, но и пройти экспресс-тесты. Медики будут раздавать населению брошюры, проводить консультации, оповещать людей о мерах предосторожности через LED-экраны на улицах нашего города. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».